Краевая администрация в ожидании сокращений. Сегодня исполняющий обязанности главы региона Виктор Толоконский заявил, что с нового года ликвидируется казначейство Красноярского края. Напомню, только вступив в новую должность, Толоконский распорядился сократить численность госслужащих краевой администрации на 15%, причиной назвав экономию бюджета. И сегодня стало известно, что уволенных будет больше, их число увеличится еще на 5%. Таким образом, в крае станет почти на 800 чиновников меньше. По словам Толоконского, сейчас перед всеми ведомствами стоит непростая задача – сформировать список кандидатов на сокращение. Он должен быть представлен уже в конце этой недели. Есть некоторые ведомства и подразделения, где практически нет сокращений, или оно там, ну, буквально там в единицах процентов. Но всем, кого это затронет, мы постараемся там не упустить ни одного человека. Все меры, предусмотренные законом и здравым смыслом, они будут в полной мере реализованы.